Хей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Кунг-фу Панда. Это у нас уже даже не знаю какая серия, давайте начнем следующую серию и... Воин-дракон сумел защитить горы Вуден и священные реликвии. Разумеется, не без помощи мастера Шифу. Однако гориллы по-прежнему оставались опасными противниками. Да, они лишили своего вожака, но сдаваться вовсе не собирались. Более того... Они придумали пойти на службу к Тайлуню. Мастер Шифу знал, что время на исходе. Ему нужно было доставить во дворец священной реликвии и воина-дракона и воссоединиться с неистовой пятеркой. Знаете, я сейчас вот сижу и думаю, мне нужно ж улучшение купить. А то мне там уже монеток довольно много. Там 500 есть, надеюсь. Коварные воды. Надеюсь, 500 у меня же монет есть. Будет еще потом локация с паркуром. Мастер Шифу, а далеко еще до дворца? На один шаг ближе, чем было, когда ты спрашивал в прошлый раз. Эй, а это еще что такое? Неприятности. Это просто старый мост, я ничего не вижу. Это потому, что ты не смотришь. А посмотрел бы, так увидел гуся. Какого гуся? Погодите, возможно, вы сумеете помочь. Крокобанда захватила остров Пагоды. Они взяли всех в плен. А я думал, вы с мастером Журавлем их одолели и навели порядок. Так и было, учитель. Мы с мастером Журавлем спасли славных маленьких черепашек и надрали хвосты злобным аллигаторам. Ох, жаль, что вы нас не видели. Ну хорошо, иди первым. А я пока спрячу реликвии. Встретимся на острове. Выступаем немедленно. Очередной паркур на болоте. Класс. Ну хотя я, да, Сыхнишь Королевы еще не нравился. Что у нас там? Спасение жителей деревни, только 4 и все. Сколько у меня этих? Ну 600, слушайте, монет. Нормально. Что будем улучшать? Вопросик. Давайте, наверное, из панда приемов. Рун, увеличиваю размер рун, носящий оружием. Давайте я это вкачаю. Я это вкачаю. Да. В основные погнали. Так, еще на что-то хватает. Все. Хотя я мог этот прокачать. Тип, точно. Спаси всех пленных жителей деревни, а потом встреться со мной у реки. Добро. Добро. Тут все равно, да, куда прыгать? Когда ты подходишь к фонарям, они гаснут. Используй это, чтобы запомнить свой путь. Зачем? А хотя нет, это полезная вещь, слушайте. Чтобы я не путался потом, где я еще не был. О! Крокодильчик в воде. Вчера ты кусаешься. Свободен! Просто энергетическим ударом его. Да ты можешь не запуливать их? Подрумянь. Так, у них еще радиус довольно маленький броска. Угу. Не туда же. А, лодка с той стороны, все, понял. Значит, мне по-любому сюда.
Рад видеть тебя. Наконец-то добрался. Эй, у вас была лодка, а мне прыгать, знаете ли, было совсем не так просто, как это кажется. Даже не сомневаюсь. А сейчас иди и разберись с крокодилами. У меня есть другие дела. А, хорошо, мастер Шифу. Сейчас пойду и разберусь. Не забудь освободить пленников в пагоде. Встретимся у истока реки. Ну-ка, пора попробовать лапы панды на вкус, крокодилиус. Слышь, Шифу, вообще-то я тебе видел... Недавно на этом... Как он называется? На корабле. Я их ваншочу, серьезно. Ура! Я свободен! Мне послышалось, что он сказал курва. Ну, тоже похоже, да. Нет. Поздравляю! Спасибо. Так... Так, нет, не падай. Сейчас мы попанихопим в другую сторону. Главное мимо не прыгнуть. Я вот думаю, туда есть смысл прыгать. Там просто ничего нету. Поэтому думаю, нет. А он последний. То есть, ну... Я легендарный пол. Игра довольно короткая, довольно легкая. Так, стой. Не отвлекай меня. Надо было сразу сюда идти. Все жители деревни спасены. Ну, все жители деревни спасены. Теперь надо отыскать Шифу. А. Я думал, подумал, что он мне это не сказал. Так, я понял. Да. Так устанешь каждый раз одну и ту же кнопку жать. Ну, типа, да, я еще удержу другую кнопку. Ладно, погнали за монеткой. Ой, здесь нужно радиус контролировать. Давайте сюда за монетками. Да ладно. Ну ладно, это хотя бы там, где сохранение. Ура! Да ладно, аж отсюда. Я сейчас просто понял, откуда я сейчас начинаю прыгать. Так, иди в сраку. Монетки я по-любому, ребят, все буду собирать. А, она уже собрана. Блин, монетки. Давайте по левому. Неплохо. Стало быть, ты справился с крокобандой. Да, я их подавил. Они умоляли не применять коронный прием сверху плюх. Но я был неумолим. Чего дальше, шеф? Я только что узнал, что пятерка покинула дворец, чтобы самостоятельно сразиться с Тайлунем. Нам надо добраться до устья реки и... Не называй меня шефом. Есть, капитан. Понял. Взять с собой припасов в путь. Вот это тоже довольно был для меня жесткий момент в детстве. Используй свой вес для управления лодкой. Из-за того, что я
довольно часто разбивался здесь. Управляй лодкой, перемещаясь по ней, по. Потому что дальше такие потоки будут хорошие, быстрые. Нам же не важно, да? О, я понял. Скалы, скалы, скалы. Так, все, полетели, полетели. Пускай ломает. Вот что будет, если камни Берегись! Ломать, видите? Она вообще уничтожит. Не показалось ли бы там и нет этого? Против лома нет приема! Ложись! Надеюсь, показалось. Может быть, то просто фейерверк взорвался, как вариант. Буду надеяться, я все собрал, все жетоны. Пятерка направилась в отдаленный и очень опасный район гор Вудан, чтобы сразиться с Тайлунем один на один. О-хо-хо, один на один! А почему бы им всем вместе не навалиться, раз уж они все вместе... Глупо ведь. Это моя вина. Я должен добраться до них, пока еще не поздно. А ты отправишься во дворец со священными реликвиями. Полагаю, дорога туда тебе известна. Да, само собой, без проблем. Ай, ну да, это же вот где-то там, верно? А вы что, не знаете, как попасть во дворец? Да уж. Ладно, давайте, я думаю, мы с вами на этом закончим. Как-то серии заканчиваются, знаете, даже сами уровни на непонятном моменте, типа таком, как отрывистом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.